В юбилейный сезон с новым логотипом баскетбольный клуб Нижний Новгород представил болельщикам лого, которое победило в голосовании. Торжественная церемония прошла во время Кубка России, который проходил на площадке «Спортпорт». Вместе с логотипом болельщикам представили и обновленный гимн БКНН. Голосование проходило в социальных сетях черно-белых. Изначально руководству клуба было представлено 12 вариантов, из которых 3 оставили на суд болельщиков. Новый логотип будет нанесен на игровую форму баскетболистов НН. Мы взяли на себя смелость внутри правления клуба, выбрали наиболее, как нам показалось, 3 таких репрезентативных и предложили их для нижегородцев. Потому что из 10-12 было бы довольно сложно выбирать. Это получилось бы, наверное, менее эффективно. А вот три направления, три таких геометрических формы. Болельщики сделали свой выбор, значит, они должны болеть. А команда, я думаю, что несмотря на то, что новый логотип, новый состав, будет продолжать демонстрировать ту боевую игру, которую привыкли видеть болельщики. И надеюсь, что результаты вырастут, и хотелось бы уже повыше в турнирной таблице, чем были результаты предыдущих сезонах. На представление логотипа пришли посмотреть и непростые болельщики. Обладатель золотой медали чемпионата России по волейболу, блокирующий и капитан ВКСК Виктор Никоненко оценил новое лого и пожелал успехов баскетбольному клубу Нижнего в юбилейном сезоне. Симпатично, мило, все как надо. Баскетбол, корзина, мяч, все есть на логотипе. Ну, хорошо, не обновили. Итак, молодцы. Ну что, но третий логотип за 10 лет все-таки, то мы не последний. Новые лого оценили и сами болельщики. Щит – это защита. Наша команда вообще всегда славилась крепкой защитой. И, например, тот же Женя Бабурин, который не зря наш капитан, именно защитник. Так вот, мне кажется, что вот именно вот эта сила баскетбола, которая зиждется именно на понимании игры, на крепкой защите, которая является основой для дальнейшего продвижения вперед и так далее, уже для победы. А я честно голосовал именно за этот логотип, по моему мнению. Это показывает именно характер нашей команды, это щит, это упорство. Я думаю, болельщики сделали правильный выбор. А я напомню, первую домашнюю игру черно-белых в новой форме с юбилейным логотипом мы можем увидеть уже 29 сентября. Баскетбольный клуб Нижний Новгород дома сыграет в Лиге чемпионов ФИБА. Артемий Катков, Алексей Завлов и Вячеслав Орлов. Время новостей.